Представьте, что вы входите в заброшенный сад. Там растет все, что вы пожелаете. Там всегда лето и светит солнышко. Прогуляемся по тропинкам, полюбуемся на прекрасные цветы, вдохнем их аромат, погладим нежные прохладные лепестки, присядем у ручья, опустим руки в прохладную воду. Проплывающие рыбки собираются в стайки и кружатся на солнце. Они такие разные, яркие, любопытные, подплывают так близко к пальцам, что кажется, можно погладить рукой их серебристые спинки. Но чуть пошевели рукой, и они тут же стремительно уплывают в разные стороны. Пойдем по саду дальше. В нашем саду так хорошо, что сюда набежали разные гости. Это смешной маленький зайчик. Он сидит под кустом рябины, слегка потряхивая длинными ушками и смотрит на вас с доверчивыми глазами. Он знает, что вы его друзья, и не обидите его. Погладьте его пушистую спинку, потрогайте его нежные ушки, прохладный влажный носик. Посмотрите наверх. Там скачет с ветки на ветку огненно-рыжая белка. Подойдите к ней поближе. Насыпьте на ладошки орешки. Протяните руку вверх и стойте тихо-тихо. Белка сама прыгнет к вам на ладошку. Запомните это приятное ощущение радости, счастье от общения с маленьким чудесным зверьком. Посмотрите вокруг, какие еще гости пришли к вам в сад. Может, забежал бурый мохнатый медвежонок полакомиться сладкими сочными фруктами. Может, гордая лисица прошла, мягко ступая лапками по траве. А вот пробежал смешной пыхтящий ежик. Ежику очень нравится в вашем саду, ведь здесь так много фруктов, а ежик так любит яблоки. Нацепил на свою колючую спинку спелое желтое яблоко и побежал, стуча короткими лапками. Улыбнитесь смешным гостям и пройдите по всему лесу. Посмотрите, не нужно ли что-то поправить, убрать. Если нужно, посадите еще цветы. Соберите с деревьев спелые сочные фрукты. Теперь побродите по тропинкам, наслаждаясь прекрасными деревьями, цветами. Вдыхайте их аромат. Вы можете вернуться в сад в любое время, когда захотите. Здесь всегда покой и тишина. Вы можете отдыхать и набираться сил. Теперь пора возвращаться. Несколько раз глубоко вдохните и выдохните. Медленно откройте глаза.